конечно, туда к 9 утра с перчатками, там, с ведром. И помочь и во всех других. Но я не могу поверить, что у 2/3 людей, захороненных на Дагомысском кладбище, нет непосредственных потомков. Но это просто не по-человечески. Такого быть не может. Когда на субботники выходят сотрудники администрации, общественные организации, партия «Единая Россия», но при этом самих родственников нет. Это нехорошо. Сегодня вот кто присутствует у нас? Общественные, смотрите. И Коста пришла, Кости говорят более-менее сам. Даже слова сказать не могут. Вот мы ходим сами с руководителем. Мы поможем, конечно, мы поможем вынести это все. Это вывоз каждый день осуществляется с центрального, с улицы Пятигорской, со старого. Постоянно осуществляется вывоз с утра до ночи. Я вам даже скажу больше, что мы сейчас работаем в круглосуточном режиме и ночью вывозим. Так что, если будут люди, мы наведем порядок. Это не просто традиция, это действие, которое связано с особым пониманием того, что есть вообще, кто есть умерший человек, что на самом деле нет для православного христианина смерти, и любое место пребывания человека всегда должно быть благообразным. С собой они не несут.